ВВП Соединенных Штатов во втором квартале этого года может сократиться на 20-30%. С таким заявлением выступил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Уровень безработицы при этом может превысить 20%, хотя точных цифр финансист пока не назвал. По его словам, сегодня самый важный экономический показатель для страны – медицинские отчеты. В то же время Пауэлл не считает правомерным называть нынешнюю ситуацию, хоть и тяжелую, новой Великой депрессией. В целом, по его словам, экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму.